Рекомендую проверенный ресурс МД Регион. Ежедневные новости из мира поиска, тесты, обзоры, конкурсы с отличными призами. Плюс интернет-магазин с внушительным ассортиментом поисковой техники на любой вкус и цвет. Кроме того, интернет-магазин предоставляет огромный выбор катушек, запчастей и аксессуаров для поисковой техники любого производителя. Более 100 магазинов по всей России и Казахстану. Если ты хочешь приобрести надежный проверенный товар отличного качества, то вам в МД Регион. И ни один клад от вас не ускользнет. Всех приветствую, девчонки, мальчишки, а также их родители. Итак, конец октября, сегодня у нас 19 октября. Ездим по лесным деревням. По полям неохота шляться, там грязно. То дожди, то слякоть, там всякая ерунда. Езжу по лесным деревушкам. Взял себе с собой тачечку. Опачка. Поищем монет, покопаем железо. Здесь я нынче был. Нормально. Рядом есть еще одна деревня, не знаю. Просто езжу каждый день, уже устал. И кататься там по 10 деревень за день неохота объезжать. Сегодня здесь позависаем. Сколько накопаю, покажу. Сколько не накопаю, не покажу. Синоптики, сволочи, обещали дожди. А, смотрите, небо чистое, тепло. Сколько градусов, наверное, сейчас 12. Вообще нормально. В одной тельняшечке езжу. Замечательно. Свистящий жуп я еще не отремонтировал. Ну, я завтракал и вилкой. Вилку откусил. Все, 19-24 на прием. Так что еще шепелявлю. Вот здесь интересный дом стоял. Ну, везде тут походим, тут деревня большая была. Половина, правда, по травой стоит, как обычно. Много болтать не будем. Погнали, сейчас чайку попью. Дедушка земляного задобрю и все. Что-то пока ехал, так меня прикимарило, поспал бы сейчас. Ладно, погнали. Вот она, наша деревушка. Я сейчас на улице стою, посреди деревни. Как вам моя палочка гламурная? Всем нравится? Ссылочку оставлю по описанию, кому надо, удобно. И вот здесь дома стояли. Туда вниз далеко шли, с этой стороны дома стояли. Здесь поменьше травы с этой стороны, вот здесь покопаем. Я уже здесь копал железо. Туда вверх сходим. Ну, где везде тут полазим. Монетки поищем. Находки тут были хорошие. Может, еще что осталось. Так что хожу я просто на полифонии сейчас. А там постоянно все звенит. И никогда не знаешь, что найдешь. Ладно, смотрим. Пока чай остывает. Пробегусь вокруг квадроцикла. Смотрите, от самовара. Кольцо, медный поясок. Звучит хорошо. 35. Цветь медь заберем. Поперло железо жирное. Такие штуки от кандалов забираем. Здесь яма какая-то домовая. Такое ощущение, что бульдозер ездил, разравнивал дрома. Подошел к квадроциклу, кольца бросить в телегу. А ну раз, сигнальчик опять. Смотрите, они вот такие, да, попадают. Уже второй раз мне попала нынче такая. Пишут в комментариях, что это монета, которая побывала в желудке курицы. Так ее в желудке курицы перетирают. Съедают ее. Все. Парадокс. Ох и погодка сегодня, красотень. Вообще четко. Потихоньку везде полазим. Я вообще не спешу, еле-еле хожу. Везде сигналы. Бегать не люблю. Ой, везет мне на эти колокольчики. Так, берчатку сниму. Я за эту неделю... Ну, за три, то за 4 дня. Уже третий колокольчик поднимаю. Один гигантский был, другой средний, этот самый маленький. Чем хороши такие деревни, их не пахали никогда. Раз разровняли и все. И все находки не ломаные. А находки все равно здесь есть, потому что здесь люди не одно столетие жили. В любом случае. Что-нибудь доставили после себя.
Не монеты, так хозинвентарь. А эти вот штучки приятнее, монеты иногда бывают. Монеты, что они? Так. Всякие барашки веселые выпадают. Цвет медь. Берем. Находочка. Смотрите. Опачка. Морячок жила. Смотри, с той стороны еще как. Интересно. Крепилась пуговица, еще не отржавела даже. Такую штучку. Мареманы. Северный флот. А может, Балтика. Опанька. То ли монета, то ли пломба с дыркой. Тяжелая. Не свинец. Скорее всего, монета, только что-то она вся лысая. Ага, вроде гурт есть. Непонятненько. Такая лепеха. Увесистая. Перекур у меня. Чайку решил попить. В общем, я копаю уже 4-й или 5-й день. Все. Устал, надо отдохнуть. Завтра будет суббота, 2 дня я буду отдыхать. Ну его нафиг, каждый день копать. Здоровья не хватает у меня. Старый я уже. Через день надо. Пока чай пил, вспомнил тут случай. В интернете прочитал. Недавно, в этом году было дело. Мужичок тоже кладоискатель. Ну, любитель приборного поиска. Так его назовем, наверное. Я не помню только с какого города, где-то там. Сурюпинская или хер знает. Не суть. Главное, что произошло. Нашел он кладуху. Редких монет золотых. Целый горшок. Ну, он как, что, порядочный. Законопослушный гражданин. Человек исполнительный, походу. Всю жизнь в армии служил. Решил сдать государству. Принес в милицию. В Саратове, что ли, было? Хер знает. Не помню точно. Не буду обманывать. Погуглите, может, найдете эту историю. Принес в милицию. Ему описали, говорит, жди. Сейчас экспертизу сделает, да? И твою часть получишь. Прошло полгода, а он в милицию приходит через полгода, вроде, вы где моя часть там? Они говорят, извини, мужик, пропало, потеряли. Он говорит, как потеряли? Говорит, а мы в Москву начали пересылать на экспертизу. И по пути куда-то пропало. Он давай там, ну, мужик суетной, видать, попался. Давай суетить, в Москву звонить, там, прокуратуру писать заявление. Прокуратура московская, давай выяснять. Где деньги? И так и концов не нашли, в общем. Кладуху милиционеры замылили себе. Мужику ничего не досталось. Какие выводы делаем из этого? Находите кладуху, сначала одну монету на экспертизу отправьте, посмотрите, сколько вам с нее выдадут. А потом уже, или сами в Москву едьте, сдавайте. Так что я не знаю, как тут, если государство нечестно игры ведет. В общем, если вы альтруисты, готовы расстаться с найденным, да, с другой стороны, вы же не украли его. Ходите там, железо собираете, поля чистите. Тут еще раз кладуху. Тут государство берет и вас имеет, как хотит. Странно. И вот еще прочитал мем ВКонтакте. Действительно, если у тебя на заднем дворе, на участке, как у меня в огороде, найдут коноплю или мак, да, все. Ты наркоман, ты преступник, тебе 15 лет тюрьмы. А если там найдут у тебя нефть или ты найдешь золото, да, это все государство. Все это не твое. Политика интересна наших руководителей. Не знаю, советы вам давать никакие не буду. Сами думайте, делайте выводы. Ладно, пойду я дальше поищу. Раскимарило меня опять сегодня. Ветерок такой, тепло вообще. Парадокс. 19 октября. Как будто бабье лето опять. И синоптики еще наврали, что дождь будет. Этот френкель, врун такой, вот зачем держат, я не знаю, на канале. Этого вруна
И почему в суд никто не подает, да? Например, смотри, у меня уборка идет, я там фермер, да, и мне пообещали, что завтра дожди будут. Я отменяю всю уборку, комбайны поставил, колхозников распустил там, работяг они напились, а вот такая погода на следующий день, и какие убытки несу. Мне кажется, надо их судить, вот этих всех, кто погоду предсказывает, всех и предсказателей, или сжигать, как раньше, ведьм на костре, да? О, сатанист, наврал погоду, нахер сожгли, или как Звездочетов. Ладно, заболтался я, погнали дальше. Хо, смотри, где две железяки. Серьезно, не зря тачку взял сегодня. Железо хорошее. Вообще такое. Все под корнями, неудобно, блин. Под пластиной лежала вот эта шестеренка. Поэтому оттащу. О, подъемчик опять хороший. Металлолома. Сейчас помимо монет будем всегда и металлолом копать будут уже. Так что оставайтесь на канале, всегда будет интересно. Раньше как-то игнорировал это железо, сейчас решил собирать. Опачка! Монету с 5 копеек. Опять какой-то налетий. 5 копеек. Видим ранее, что мало звеньев в колосьях этих ленточек. Ох, интересно. Интересно. Ходить вообще тяжело. Одна трава, блин. Весь потел. Постоянно вот эти плуга попадаются. Я уже на неделю штук 5 таких выкопал. Хорошее железо, мощное. Забираем. Рядом с плугом этот колючая проволока немецкая. Целый моток. Концлагерь был. Здесь евреев, походу, сжигали. Осталось. Так, я что, наверное, брать его не буду. Его на чермет, наверное, не принимают. В музей нас сдать военной истории. О, что-то у нас затянуло все. Френкель, гад. Не обманул, только ошибся на полдня. Смотри, рядом ручка от сеялки с тормозом ручным. Опа. Почти вся в сборе. Железо хорошее тоже. Забираем. Фу. Откапывал, под корнями было деревьев. А, это дерево убрать бы, с пилой приехать. Нормально. В общем, горшки, смотрите, екатерининские. Старинные. Черная керамика. Тут же железо лежит, и в этом же железе еще раз провел монетос. 15 копеек, 30. Что там не вижу. 32-й год. Пятнарик. Ну, рядовая монета, ничего интересного. О! Железо. Сегодня опять эти две штуки нашел. Которые говорят с мушками. Помните, говорят, это ступится от телеги. Хрен знает. Возможно. Так, закруглиться надо. Хватит на сегодня. Также видим, смотрите. Село было электрифицировано. Значит, умерло не так давно. Кто-то говорит, уплотнее было, потому что не хотели электричество вести. Ну, конечно, тут деревня далеко от цивилизации. Но все равно, смотрите. Электричество было, и провода еще уже алюминиевые. Так что это в 80-х годах, наверное, тут в 70-х эту деревушку расформировали и сравняли с землей.
Подводим итоги сегодняшнего выезда. Бензин, как видимо, купил. Такие серьезные листы. Железо хорошее. Жести нету. По монетам не так много, но есть. В общем, вывод какой, что если и железо, и монеты собираете, то монет много не ждите, потому что много времени уходит на железо. А когда монеты, чисто по монетам железо игнорируешь и больше проходишь. А я тут крутился на одном месте, больше железа копал. Все на сегодня. В общем, сегодня тяжело было копать, что-то меня не видно. Разверну камеру чуть-чуть. Надо отдохнуть. Два дня сейчас буду отдыхать. Тут всю неделю копал, роликов кучу наснимал. И в дождь, и в снег всяко покопали. Ладно, все. За сим спешу откланяться. Не знаю, думаю, еще покопаем. Не знаю, сюда больше приеду, не приеду. А в начале деревни еще заехать. Еще много деревень хочется объехать, успеть. Ладно, всем пока. Там лайчики, комментарии. Мы продолжаем снимать, радовать нас новыми видео. Всем пока, удачи, увидимся.